Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы сегодня поиграем в игру Raft. По вашим многочисленным рекомендациям сказали, что вот игру там доделали, много всего наворотили в ней. Типа, игра не пожалеешь опять. Я и первый раз в нее играл еще, когда она только вышла, там очень много лет назад. Но разработчики не забросили ее, как бы мы дорабатывали, и вот что из этого вышло. А давайте знакомиться. Итак, режимы. 5 вариантов творческий, то есть запас неограниченный, то есть больше строй называется. А спокойная, расслабленная версия, где не нужно бояться врагов. Простой, то есть проще тратить жажду и голод, инвентарь не теряется при перезагрузке. Обычный, то есть стандартный вариант, да, ну и сложный. А нельзя перезапуститься без помощи друга. То есть это версия Raft, здесь можно играть вообще по сети, так понимаю. А, ну и вот, скорее всего, нужны друзья, чтобы только ты мог, в случае чего, восстановиться. Я выберу самый простой вариант. А, и назову его просто «Мир». А, если все будет хорошо, то может потом и в онлайн-версию получится поиграть. Итак, вот наш плот. 4 на 4, да? А, крюк, как обычно. А, бочки плавают вокруг, деревяшки проплывают со скоростью света. А вообще самые прибыльные, вот эти вот, добыча самая прибыльная, это вот эти бочки. В них может быть сразу вот несколько. И, кстати, можно брать этот ресурсы, просто подходя к ним, вот, если они на краю плывут, чтобы не тратить время. Смотрим, что у нас вообще в инвентаре можно делать. Итак, смотрите, есть всякие пища, вода, емкости, рабочий стол, кровать, хранилище, инструменты. Для того, чтобы строить что-то новенькое, я так понимаю, мне нужен молоток, нужны доски и веревки. Так, а веревки? Ага, как делаются веревки? Оружие из досок и веревок тоже для акулы, да? Снаряжение. Вот веревка. А, из пальмовых листьев делается. То есть мне пока нужны, получается, пальмовые листья. Так, вот они проплывают мимо, но мне нужна бочка. Достану. О, достал, отлично. Так, там доски, пластик. А, вот, отлично. Еще доски. Доски всегда нужны. Вся основа строительства у нас это доски. Так, камень, веревка, доска. Топливо какое-то. Так, но я пальмовых листьев вообще не наблюдаю. Они где-то очень далеко так про этот проплывают. Что я не могу их как бы... О, акула, привет. Привет, сосед. Ты пока не смотри, что у меня такой хиленький плотик. Я его обязательно расстрою, обещаю тебе. Так, вот почему листья так далеко плавают? Получается, вот у меня... Ага. Ты искатель приключений. А твой плот — твой дом. Крюк — твой друг. Если плот сломался, почини. Если крюк потерялся, сделай новый. Если видишь перед собой бесконечную синеву, значит, смотришь невнимательно. Если у тебя есть нужные ресурсы, ты сможешь смастерить что угодно. А следи за радиосигналами. Если что-то издает сигнал, значит, оно еще не утонуло. А, не ты первый, не ты последний. Не забудь отметить свой маршрут. А, мир пропал, но остались истории. Собери как можно больше. И ради бога, остерегайся акул. А, увидимся на суше, сестренка. Это я что, за девочку играю, что ли? Ладно, неважно. Бочка проплыла, блин, пока я читал. О, зато вот пальмовые листья. Так, а мне сколько их нужно? 4, по идее, да? Чтобы сделать веревку. Так, пока я не соберу... О, остров впереди. То есть тут есть острова. На островах квесты мне вот писали в описании. Блин. Так, это у нас что? Пластик. А, причем пауза... О, вот. Вот бочка опять. Паузы здесь нет. То есть если даже ты нажимаешь там... Ой, бочку пропустил. Нет. Нет, пожалуйста. Дайте мне ее взять. О, вот отлично. Вот, все, там пальмовые листья были. Нет пока бочек? Нет. Смотрите, получается, вот веревки.
Раз, два делаю. Так, и делаю молот. Отлично, досок у меня вообще уже 16 осталось. Так, смотрим, получается, я могу из досок и пластика сварганить себе немного больше плот, да? Ага, нет, уже пластика, плохо дело. Что мне нужно дальше? Нужно пищу. А для пищи мне нужно фильтр для воды сначала, да? Опреснитель. Дерево есть, листья опять и пластик. Блин, как же много всего нужно. Обалдеть. Так, мне, в принципе, можно успевать собирать вот так вот все. Отлично. По мере игры, как бы, и опыта уже думаешь, как лучше, что собирать. Пластик нужен. Пластик, это у тебя бутылки плавают. И не только бутылки. Вот эти всякие штуковины тоже. И листья тоже нужны. Так, а здесь звука вообще нет? Что звука как-то подозрительно. Тихо все. Или пока его нет. Видите, как классно прорисовано? Даже дно, вот, кажется, там водоросли всякие. Кораллы и так далее. Я так подозреваю, что пока я не изобрету там, не сделаю якорь, я не смогу на вот это вот все дело забираться. Иначе я просто плот уплывет. Я просто попробовал уже раз, как бы. А, как же так, видели? Нет. Бочка, пожалуйста, бочка. Бочка, пожалуйста. Нет, ничего не докинул до нее. И пластик пропустил. Все, что можно, пропустил. Капец. Все, проплыли мимо острова. Ну, это такой, наверное, первый остров простенький. Просто для того, чтобы познакомить нас с тем, что здесь вообще есть, что бывает. Пластик еще. Там впереди куча бочек. Так, все-таки нужно смотреть, что мне нужно. О, отлично. Для фильтра у меня все есть. Изготовить и поставить. Можно ставить причем где угодно его, да? И на краю даже. Ну, не знаю. А потом передвигать можно будет? Так, посмотрим. Что в нем делать? Положить доску. Типа. И что дальше? Блин. О, бочка, отлично. Доска, еще листья. Что-то я как-то потерялся. Так, снова бочка, я до нее не докину. Не, докину, вы знаете. Обалдеть просто. Вот это улов. Так, надо смотреть, что дальше делать. Там впереди, смотрите, еще какой-то плот. Там, наверное, такой же, как и я. А, не могу добраться до него, видели? А, вот. Это серьезно? То есть я строил эту штуку очень долго, а эта гадость взяла ее сразу откусила. Да так же нельзя, вы что? Это, блин, ну это просто вообще нечестно. Реально. Это нечестно. Не, ну как сказать? Я это все строил, а оно вот так. Да, чей-то плот еще. Естественно, я не смогу туда пробраться. А хочу сейчас попробовать сделать глупость. Хочу попробовать на тот плот вот поплыть. Дело в том, что, скорее всего, меня акула прибьет, пока я к нему доплыву. Кислород. Да, меня акула бьет. Но я пока плыву. Просто там уже на этом плоту вроде как немного лучше припасы. Давай, давай, давай. Устроено все. Вот, все. И ящик. Интересно, я могу на этом плоту строиться? Да, видите, здесь сколько всего. А это грядка. Ой, только что-то мне как-то. А что, он тонет? А почему он тонет? А где мой теперь плот? Я не вижу свой плот. Вот это я сделал глупость. Вон мой плот, наверное, да? Да. А этот утонул. Блин, я думал, что я его захвачу и буду на нем плавать. Так, пока меня не трогают. Да, я действительно глупость сделал.
Блин, я его догоню вообще или нет? Хочу бочку, походу, взять. Да, вон мой плотик. Я почему-то думал, что я на нем обоснуюсь, и будет у меня новый плот. Вот, бочку я поднял. Странно, что акула меня как-то отпустила. Так, вот я уже возле него. Как бы меня там не били, я уже выживу, надеюсь. Хотел сказать. Не могу проплыть мимо бочки. Пластик, стекла, лист. Да, все, вот я здесь. Пластик. Блин, да. Давай, давай, давай. О, все. Нет, не все. Капец. Как так? Фух, я на плоту. Жизни нет, ничего нет. Настроения нет. Блин. Зато я живой. Давайте немного расстрою еще его. Капельку. Вот, чтобы хотя бы к краю не подходить. И теперь в следующий раз этот фильтр я буду ставить уже где-то... Ага, пластика не хватает. Где-то уже... ближе к центру. Это уже опыт учит горьки. Блин, уже темно. Нужен пластик еще, да? Фух, так, а могу я вообще есть сырой лук вот этот вот? Да, можно. То есть он мало, конечно, мне дает, но хотя бы я его съел. Так, давайте фильтр опять ставим. Изготовить. Опреснитель. Ну, естественно, я его теперь поставлю где-нибудь не с краю. Слаживая доски, но, скорее всего, нужно же, блин, темно. Нужно огонь там или как, я не знаю, что вообще нужно. Или нужна емкость, смотрите, получается, вот емкость. Для этого нужно 4 пластика. Сейчас я его добуду. А ведь красиво, кажется, вот смотрите, какие декорации, какая графика, вот, да? Вообще так супер все сделано. И вообще мне нужно копье, а для того, чтобы с акулой бороться. Так, будет здесь пластик? Да, есть пластик. Еще одна бочка. Как бы ее не пропустить. О, отлично. Так, все, получается, есть у меня емкость. Изготовить. А, и рецепт дается, да? Жаркова и болта. Ничего себе. Так, подождите, что это у меня? А, вот у меня кружка, да? И что теперь? Ничего, воды тут нет. Блин, как оно вообще действует? Честно, не знаю. Типа, должна морская вода испаряться, стекать сюда в кружечку. Так, может, мне нужно просто набрать... А, вот, набрать воды. Налить жидкость. Правая, да, right. Все, налил. А ну-ка. Налил еще. Блин. Налить жидкость. Не совсем понимаю. Положить чашка соленой воды. А, вот, все, теперь получилось. А то я что-то не так делал. Пластик, пластик, все, теперь у меня будет вода. А то жажда уже начинает потихоньку мучать. Так, что мне нужно для того, чтобы сделать копье? Так, оружие. Нужны доски и веревки. Веревки у меня, кстати, есть откуда-то. Блин, смотрите, что творится. И ничего не могу делать. Блин. Нужны доски. Так бы я бы ее бомбанул. Если был бы, ну, было бы у меня копье. Так, еще доска. Смотрите, получается вот. Что такое? Я завис. А, нет, я не завис. Просто крюк у меня был откинут после акулы. Так вот, копье сделал. Отлично, все, у меня теперь есть копье. Если эта гадость ко мне приблизится, я смогу ее бабахнуть. Мне бы немного восстановиться, но не хватает деревяшек.
Блин, как сложно. Так, пластик. А жизни, кстати, восстановились, хоть я ничего и не делал. Может, из-за уровня сложности так вот происходит? Какой-то крутой ящик плывет, но дело в том, что я, скорее всего, до него не достану. Хотя нет, достал, смотрите. Ого, и чертеж антенны. И бочка вот рядом. Обалдеть, еще там бочка плывет. То есть, получается, в этих ящиках крутых попадаются чертежи. Это самое ценное, наверное, да? То есть я пока много чего не могу делать, вот в этих ящиках смогу. Так, там бочки, бочки. Могу, по идее, свой плод доделать, вот отремонтировать. Да, деревяшка отдай. Блин, нельзя. Нельзя. Так, смотрите, мне нужно попить. Налить жидкость. Вылить. Наполнить пресной водой. О! И выпить. Все, я первый раз попил воды. Так. И так, все, вот, отлично. Теперь как бы оно там испаряется. О, сколько листьев. Пластик. Так, что нужно делать дальше? Смотрите, там бочки плывут, надо не пропускать. А, сейчас я ее возьму, потом подумаю, что делать дальше. Чертеж антенны. Это типа, чтобы меня могли опознавать, да? Классно, что в бочках еще находятся и эти. Вон там тоже какой-то остров. Бочки проплывают. Так, дальше, смотрите. А, получается, фильтр, емкость я сделал. Гриль. У меня, кстати, для этого все есть. Изготовить. Гриль. А только вот подождите. Блин. А, я его могу поставить, да? Ну, рядом, естественно. А, берись, берись, берись. Где? А, я все взял. И бочка плывет. Так. Сейчас бочку возьму. Достану до нее. Да давай же, блин. А, у меня крюк поломался. Блин, обидно. Капец, крюк. Из-за этого я пропустил... Ай, бочку. У меня поломался крюк, я этого не заметил. Ладно, еще вот есть. Есть. Хорошо, так, что сюда нужно? Положить доски, это во-первых. А что еще можно делать? Сколько бочек? Ай-яй-яй, вообще, атас. Одна за одной. Видать, поняли, что у меня плохо дело вообще совсем. Так. Сюда тоже можно положить досок. Фух, рассвет, только-то ночью. Все-таки стремновато. Так, что сюда можно жарить, как бы? Вот, где вообще мой инвентарь? Подождите. А, тап, это тап, это делать. А инвентарь мой где? Чертеж рыбное жаркое. Мне удочка нужна, да? А, антенна и приемник. Круто. Так, еда. Грядку, давайте сделаем грядку. Нужно 4 веревки. Стрёмно ее здесь ставить. Нужно сразу будет достроить плод свой. Хотя если акула нападет, то у меня уже все-таки есть чем ее встретить. Видели опять? Опять ящик прямо мимо меня проплыл. Отлично. Так, получается грядка. На ней можно семена какие-то высаживать. Так, ну их для начала еще нужно найти. Я просто не знаю, где мне взять инвентарь именно вот. Ого! Ого! Обалдеть! Оно сейчас мне может все разрушить. Хвостом своим, блин. Это было жестоко бы. Мне так один раз уже покоцали, хорошо так. Веревка, доска. Акула не боится этого кашалота? Так, это типа направление, куда я плыву, да? Так, что же мне... Я просто не пойму, как мне инвентарь свой открыть. Где-то что-то у меня есть. Так, можно, ладно, попить. Так, наполнить, выпить.
Блин, да. Есть, взял. Опять наполнить, залить. Все, я понял. С этим я уже разобрался немного. Теперь нужно с едой разобраться. Потому что еда уже, кстати, совсем грустно. Все с едой. Доски, веревки. Может, у меня просто инвентарь маленький. Поэтому у меня, кроме досок, ничего не помещается. А, грядку я поставил, гриль поставил. Так, рабочий стол. Новые предметы для изготовления. Кровать. Лечить больных друзей. Ага, стоит хранилище для хранения предметов. Оружие есть. Наверное, все-таки нужно удочку делать и ловить рыбу, пока еще я с голоду не помер. Где оно, блин? Вот, удочка, наживка. Удочка. Нужны 8 веревок. Вы что, издеваетесь? 5 веревок нужно еще мне. Раз, два, три, четыре, пять. А, так у меня есть. Ладно. Изготовить. Блин, пока я тут готовил, видели, меня акула опять разрушила часть плота. Капец. Хочу до бочки добраться. О, ящик еще, отлично. Нужно его по-любому сейчас брать на абордаж. Есть куча всего, отлично. Там остров вдалеке. Так, удочка. Допустим. И что? У меня что же, износ есть? Походу... Опа! Нет? Что-то не так я сделал. Клевка была, нет? А словила кого-то или нет? Подождите. Где? Вот. А все-таки я словил эту скумбрию, получается. Просто нужно разобраться, как ее, ну вот, вообще готовить. А еще нельзя. Вот она готовится. Отлично. Пускай готовится. То же самое. Вот, получается, свекла. Я могу поставить ее вот сюда в инвентарь и посадить вот, видите, растение, да. Вот, видите, я ее посадил. Отлично, пускай растет. Потихоньку начинаю понимать, что к чему. Сейчас скумбрия пожарится, я, наверное, пока еще словлю, вы знаете. Блин, опять? А нет, не опять. Что здесь вообще со звуком? И волны как бушуют, видите? Ой-ой-ой, копье, иди. Видели? Подлетела и хотела мои ростки стырить. Если бы у меня не было копья, все, остался бы я без урожая. Пипец. Так, я пока попью. У меня одна эта емкость. Выпить. Так. Наполнить. Опять сюда. Все, я разобрался. Вот, смотрите, теперь я могу поднять готовую скумбрию. Одну еще вот положить, пускай жарится. А эту наконец-то могу съесть. Класс. Я немного утолил себе. Вот. Это было круто. Ну, блин. Конечно, сильно. Шторм поднялся. Мой плод к такому, походу, не готов. Обалдеть. Ну, чайку я про... Ого, волны. А что вообще со звуком? Почему нет звука? А звук... Странно. Как-то с эффектами, короче, грустновато. А смотрите, как растет. Видите, редиска это. Че, свекла там, подождите. На вид как редиска. То есть реально она быстро растет. И красиво так все этапы прорисованы. Картошка. А можно выращивать и картошку вот? И свеклу на одной грядке. Да, походу, наверное, можно. Что у меня? Опять можно пить? Да.
Так, взял доску, наполнил опять водой. Вот, отлично. Все-таки процесс как бы пошел. То есть чуть-чуть я понял, что к чему. У меня уже есть чем поесть, чем запить, чем акулу наградить. Так, давайте я кусок этого плота дострою, раз есть у меня вот ресурсы. Иди сюда, блин. Понятно. Наживка для акулы нужна, чтобы ее словить. О, отлично. Все, чем больше плод, тем легче на нем. Иди отсюда. А как же, интересно, от них защищаться? Потому что только ты отвлечешься, вот, ни звука они не издают, ничего. Нужно, может, поковыряться как-то в настройках, потому что пока звука реально нет. Они там должны, не знаю, что-то делать как-то. Предупреждать меня. Так, ну что ж, друзья, как-то вот так. Наверное, я на этом буду с вами прощаться. Все-таки для первого выпуска как бы и так много у меня впечатлений, много эмоций, много достижений. А если вам нравится рафт, то поддержите это видео своим лайком, комментарием, советом. Ну и постараюсь сделать скоро продолжение. Я такие игры люблю. Буду стараться записывать. Тем более, что дальше там обещают намного больше всего. Интереснее. Ай, не достал. Обидно. Все, не могу оторваться. Пока-пока.